Клиника доктора Мухиной Оригитеи продолжает расширять спектр своих услуг. Теперь она вошла в систему обязательного медицинского страхования. Кроме того, теперь у тверичан есть уникальная возможность прийти на прием к известному китайскому доктору, стаж работы которого насчитывает несколько десятилетий. Клиника доктора Мухиной Оригитеи уже давно из узкоспециализированной превратилась в многопрофильное медучреждение. По сути, это поликлиника, которая удобно располагается в самом центре Твери. Здесь можно получить самые разные медицинские услуги. У нас принимают 35 специалистов. Мы выдаем всевозможные справки, оружейные комиссии, водительские справки, справки в бассейн, медосмотры, профосмотры. Кроме того, теперь Оригитея вошла в систему обязательного медицинского страхования. Благодаря этому пациенты могут решить свои проблемы со здоровьем, используя опыт и профессионализм не только тверских врачей. Для жителей Твери совершенно бесплатно в нашей клинике мы сможем не просто проконсультировать вас, узкого специалиста, но даже дать направление для бесплатной операции в Москве в самых лучших медицинских учреждениях профильного плана, которые специализируются на ваших заболеваниях. Между тем, в Твери в ближайшие несколько дней можно прийти на лечение к известному специалисту международного уровня. Это доктор из Поднебесной Ван Шупин. Закончив в КНР медицинский вуз, она специализируется на китайской народной медицине. В ней применяются совсем иные принципы лечения, чем на Западе. Они смотрят на чистые органы, смотрят. Значит, УЗИ, анализ крови. А народный медицинский китайский особенно именно ищет причину. И смотрит человека на лицо, если все органы, что лицо показать, что человека какая инь-ян уже не баланс. Уже нужно заниматься профилактикой и лечением. Судя по моложавому лицу самой Ван Шупин, у нее со здоровьем все в порядке, а значит, китайская народная медицина действенна. Теперь все это к услугам тверичан, в том числе и метод быстрого снятия последствий перенесенного коронавируса.